человек. Почему? В роду обычно больше несколько тысяч человек. Прося помощи у рода и подкармливая их горячий чай и первый блин, можно решать многие вопросы. Так уверяют те, кто чистит род. Вы знаете по поводу этого? В случае, если человек обращается к своему роду и просит у него помощи, то род, а это мертвые люди, не будут помогать человеку жить, они помогут ему быстро умереть. Когда необходимо обращаться к своему роду, если человек очень тяжело болен, болен онкологическим заболеванием и уже не хочет жить, то он может обратиться к своему роду, дабы этот род помог ему быстренько перейти на свет иной. В других случаях для процветания умерших людей не просят. Также роду можно обращаться в случае, если есть неприятности, так и говорить: у меня есть неприятности, они такие-то, такие-то, можете убрать. К роду можно обращаться в случае, если идет война. То есть можно попросить свой род, чтобы этот род забрал ту войну, которая есть и так далее. Но во всех остальных случаях для процесса жизни обращение к роду не нужно.